attacks on another. Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know. Трудно представить себе событие, которое так сильно изменило бы общественное мнение США во многих аспектах, как теракты 11 сентября. Патриотические настроения в стране резко усилились после 11 сентября. После того, как США и их союзники нанесли авиаудары по талибам и Аль-Каиде в начале октября 2001 года, 79% взрослого населения США заявляли, что они развернули американские флаги. Год спустя 62% американцев заявили, что они часто чувствовали себя патриотами в результате терактов 11 сентября. Более того, общественность в значительной степени игнорировала политические разногласия и сплотилась в поддержку основных институтов страны, а также ее политического руководства. Но у этого единства и всех этих патриотических настроений была и темная сторона. После терактов 11 сентября мусульмане, особенно американские мусульмане, испытали на себе пристальное внимание и недоверие, которое возникло после терактов. Редкое явление для того времени. Американские мусульмане составляют 0,1% населения США. После 11 сентября они столкнулись с физическим и эмоциональным насилием и прочими формами жестокого обращения. Тем временем был часто политизирован разговор о настоящем исламе, который с тех пор создает токсичную среду для американских мусульман. Хотя большинство американцев не способствовали распространению идеи о том, что в исламе есть что-то изначально плохое, было достаточно голосов ненависти, преднамеренной дезинформации и подлинного недопонимания, чтобы создать мощный сигнал: мусульманам нельзя доверять. The plaintiffs and dozens of others were stopped because they were Muslim, and they were stopped because they attended the conference. And they were the victims, once again, of our government's overzealous and counterproductive ethnic and religious profiling in the name of national security. But this did nothing to make us safer, and it did everything to undermine our rights. Unfortunately, again, it seems that in the post-9/11 world that we live in today, American Muslims are guilty until proven innocent. В ходе опроса, проведенного в сентябре 2001 года, 28% взрослых американцев заявили, что они стали подозрительнее относиться к людям ближневосточного происхождения. Этот процент вырос до 36% год спустя. В частности, республиканцы все чаще ассоциируют мусульман и ислам с насилием. В течение последующих нескольких лет большинство республиканцев и сторонников республиканской партии заявляли, что ислам более склонен к насилию, чем другие религии. Согласно недавнему опросу, проведенному в августе 2021 года, 72% республиканцев по-прежнему придерживаются этой точки зрения. Многие считают, что раскол в американском обществе достиг своей высшей точки во время президентства Дональда Трампа. Но факт в том, что после терактов 11 сентября раскол в американском обществе усилился на фоне изменений, вызванных революцией в области технологий и СМИ, использования дезинформации в качестве оружия и выбора специфической внешней политики. Иными словами, мусульмане, как и другие меньшинства в США, оказались вовлечены в порой ожесточенный национальный дискурс об истории, расе, религии, этнической принадлежности и наследии. During these difficult times, as Americans, we will not succumb to racism. We will not allow ourselves to be divided and succumb to Islamophobia. And when hundreds of thousands of people have lost everything, have nothing left but the shirts on their backs, we will not turn our backs on the refugees from Syria and Afghanistan.
Антимусульманская политическая риторика и политика, а также ультраправая идеология в Соединенных Штатах выросли за счет финансирования организаций и создания сетей тех, кто не хочет инклюзивной страны. Соединенные Штаты стремились развенчать дискурс Аль-Каиды о том, что Запад находится в состоянии войны с исламом, отчасти посредством глобального доминирования над мусульманами как через правительство, так и на уровне общества. В то же время лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен и его вербовщики по всему миру использовали внешнеполитический выбор США как доказательство враждебности Америки по отношению к мусульманам. We're talking about 9/11, it's like now 20 years. Feeling unsafe is the same results among Muslim Arab American. So it's really like, you know, when we say lack of safety, they also has to do with lack of trust, you know, in the government, in the leaders, you know, around them. Because every year a leader comes and promises a lot of things, you know, to do against racism, against discrimination. But if you look around, you know, we are still having the same issue. Войны под руководством США в Афганистане и Ираке способствовали распространению идеи о том, что Америка стремится уничтожить мусульман. Другие действия, связанные с так называемой глобальной войной США с терроризмом, имели аналогичный эффект. Например, массированные удары беспилотников в Сомали, Йемене и Пакистане, которые в основном приводили к жертвам среди гражданского населения. Широко распространенные изображения иракских заключенных, подвергшихся насилию в тюрьме Абу-Грайб, а также удары беспилотников и продолжающиеся споры вокруг тюрьмы Гуантанамо способствовали росту гнева и возмущения. Это помогло многим террористическим организациям, таким как Даиш или ИГИЛ, использовать данные изображения для вербовки новых членов. Соединенные Штаты пытались найти способ наладить новые связи с мусульманскими общинами. Вашингтон стремился найти общую цель и создать сеть единомышленников, объединенных интересами защиты молодых людей, чтобы не допустить их вовлечения в террористическую группировку, которую утверждала, что представляет так называемых настоящих мусульман. Что особенно важно, мусульмане во всем мире стремились дать отпор террористическим организациям, пытающимся радикализировать и завербовать их молодежь. Так, власти США создали новые коалиции партнеров из гражданского общества, такие как Generation Change, глобальная сеть молодежных творцов перемен с 30 международными отделениями, которые выдвинули местные инициативы, чтобы подорвать привлекательность экстремистского дискурса. В рамках этих же усилий в 2009 году тогдашний президент США Барак Обама выступил с речью в Каире. Он попытался показать, что администрация США искренне привержена к построению партнерских отношений с мусульманами на основе взаимных интересов и уважения. В его речи подчеркивалась важность истории ислама, его обширных и разнообразных практик, а также глубокое влияние, которое мусульмане оказали в науке, философии и культуре. Он также отверг идею о том, что ислам является синонимом терроризма. В течение двух президентских сроков Обамы усилия, связанные со стратегией взаимодействия, были подкреплены новыми программами и инициативами. Однако пока Обама произносил такие речи, атаки дронов в мусульманских странах продолжались. Его решения, которые повлияли на жизнь мусульман, не позволили многим поверить в то, что Америка дружит с исламом. When most of the victims of US drone attacks are Afghan civilians, including women and children, then we cannot call this tactic an effective measure in the fight against militants. Возможно, настоящие изменения внесли американские мусульмане. На фоне роста преступлений на почве ненависти против меньшинств, мусульмане в США через неправительственные организации, общественные группы и другие гражданские организации нашли союзников и построили новые отношения. Гражданское общество и религиозные лидеры отточили свою пропагандистскую деятельность, а филантропы, наконец, обращают внимание на проблемы ненависти и экстремизма. Американские мусульмане нашли новые каналы и организации, которые используют искусство, культуру и политику в качестве средств восстановления взаимопонимания в обществе. Значение прислушивания к различным голосам гражданского общества, взаимодействия с местными и национальными лидерами и наведение новых мостов активизировали многих мусульман и немусульман в США. Необходимо сделать еще больше, но уже наблюдается улучшение в том, как немусульмане сегодня говорят об исламе, а также в диалоге о построении инклюзивного сообщества.